Всем привет! Вы на канале Влог Мамы. И сегодня у нас на обзоре косметичка Гламбак. Это июль. Сейчас мы с вами ее откроем. Начнем, наверное, с книжечки нашей. И первое средство у нас будет Глискур. Это бьюти-молочко. Такое вот. Бьюти-молочко от Глискур представляет собой несмываемый спрей-уход. Продукт содержит экстракт цветов нежного ухода. Объем бьюти-молочка 150 мл. Средняя цена в магазине 350 рублей. Так, следующее средство. Это молочко-активатор загара для тела, солнцезащитное. Вот такой вот объем у него. 150 миллилитров тоже. Средняя цена в магазине 469 рублей. Так, следующее средство. Крем от Чистой Линии. Сейчас я открою, покажу. Вот в такой вот баночке он. Увлажнение, крем-гель для лица. 100% натура органик алоэ вера. Так, следующее средство. У нас мицеллярная вода. 100 миллилитров. Следующее средство – это гель для умывания, матирующий с голубой глиной. Объем 100 мл, средняя цена в магазине 230 рублей. От фирмы Леврана. Так. Такая вот зубная паста. Пробник получается. Земляничный смузи без фтора. И вот такой вот крем. Перфект Дерма. Увлажняющий флюид для тела и лица. Объем 200 миллилитров у него. Довольно-таки хорошая, внушительная упаковка у него. Средняя цена в аптеке 450 рублей. Такой вот он. Еще средство. Следующее — это крем. Крем для рук и ногтей экспресс. Travel формат 75 миллилитров. И последнее средство из нашей косметички — это помада. Такого алого цвета. От фирмы Stellary. Вот такой вот обзор у нас был на косметичку июля Гламбак. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!